Ну оттуда я вот. Ну они резко вот пришли там. То есть из-за того, что резко они шли, вы не заметили, да? Да, да, они бегают, просто я не знаю. Давно за рулем? Да. Именно на маршрутке? Не, давно, давно уже. А сколько вы на маршрутке работаете по времени? 5 лет, да? С 2014. Были штрафы еще за непредоставление преимущества пешеходам? Не было? Нет, первый. Поверьте, 15 модель справа остановится. Ты еще не перешел плавин своей дороги. А где это было написано? Какой шпайк? Перец на Е-классе. Правильно поставил. А что, если бы подвешенный переход у нас единый же, нет? Там же сплошная ведь. От знака П19-1 до знака П19-2. Правильно? Да. А что спорить не буду, просто я на самом деле... Я на самом деле, потому что сплошная, ну, человек там, ну, идет. Сплошного ливера не разделяет, я когда-то остановился, потому что... Сплошного ливера не разделяет, потому что это переход, правильно? Нет, я еще потому что разделяет. Так, конечно, просто пешком довольно далеко, очень далеко.